Главные события дня на информационном видеопортале ТВ Тверь. Депутаты Тверской городской думы со второго раза одобрили реорганизацию муниципального унитарного предприятия «Тверь спецавтохозяйство» в общество с ограниченной ответственностью. Напомним, впервые этот вопрос обсуждал с народными избранниками 2 недели назад. Тогда к единому мнению они прийти не смогли. На этот раз ситуация поменялась, и голосов «за» было отдано большинство. Те же, кто поддерживает инициативу, отказались, уверены, что смена формы собственности МОПСАХ на пользу городу не пойдет. Теперь фактически мы делаем первые шаги для того, чтобы это предприятие отдать какому-то дяде. В Твери с нового моста в Волгу упала женщина. Лишь по счастливой случайности она не погибла. На помощь пострадавшей вовремя подоспели сотрудники МЧС. Они вытащили несчастную из воды и передали в руки медиков на берегу. Что стало причиной падения с моста, пока не сообщается. Впрочем, очевидцы настаивают на том, что женщина была пьяна. Еще минут 5 или 7, скорее всего, она бы от переохлаждения могла просто уйти на дно. В центре Твери появился жутковатый арт-объект. Возле входа в городской сад, где раньше стоял знакомый многим тверитянам цветочный киоск, возвышается оставшаяся после его сноса арка. Неизвестный художник украсил ее надписью «От врата» и двумя цветками. Очевидно, что долго арт-объект не простоит, поэтому жители города спешат сфотографироваться рядом с адскими вратами.